kloof tussen vroeger en nu is groot, maar juist dit contrast karakteriseert Rusland. De afgelopen decennia is de koers van Rusland drastisch gewijzigd. De ooit zo gevreesde communistische supermacht is door de knieën gegaan voor de verleidingen van het kapitalisme. En nu, voorjaar 2004, na 15 jaar turbulente hervormingen, kan voorzichtig de balans worden opgemaakt. Als representanten van twee totaal verschillende werelden kijken een jonge en een oude Moscovici terug op 15 jaar democratie en schetsen hiermee een beeld van de heersende opvattingen en gevoelens. Русский народ всегда ценим, руководствуемся тем, что, как говорят старая русская пословица, русский мужик долго поднимается, но если поднимется, то держись. Где же те лица, что мы видели в старом кино? Хочешь вой, хочешь пей, хочешь помирай. Все равно, что ты выберешь, все равно. Все же ходит по кругу за жизнью смерть, за деньгами предательство, ложь и жестокость. Эй, мальчики и девочки, ну-ка ответьте мне, как вам оно, наступившее наше прекрасное? Мы все больны. Это писали молодые ребята, это писали молодые люди, и они думают, что все, что происходит вокруг, это болезнь. Они думают, что они пишут про себя, мы все больны. Значит, они думают, что то, что происходит, это неправильно, это болезненно. И я с ними согласен. Так оно и есть. Сейчас появилась новая популяция уже, которые не такие, но вот для 85 года то страна очень наивных людей. И пропаганда, которая началась, она воспринималась совершенно за чистую монету вся. То есть действительно все думали, что Запад это, ну, райский сад. То есть действительно там, ну, это прекрасно. То есть мы живем типа в полном дерьме, а 70 лет занимались ерундой, и вот мы живем так плохо, потому что вот у нас было все неправильно. А вот сейчас будет все правильно, потому что к нам приехали правильные ребята из Америки, и они нам все расскажут, объяснят. И буквально там 2-3 года, и мы будем просто все есть на Мерседес. Вот. В это все действительно верили, на самом деле. То есть вот так это смешно выглядит, да? Это выглядит как сказка. В это реально люди верили. То есть реально на улицах с людьми можно было говорить, они говорят, да, проклятые коммунисты. Они нам все закрыли, у нас ничего нет, мы в нищие. А вот сейчас вот, ну, у нас все будет.
Ну, молодежь сейчас воспитывает в духе, что диктует нам Америка. Им нравится это. Я, например, смотрю на это дело иначе. Это же слепому видно, куда они клонят. Но, господа империалисты, вы заблуждаетесь. Россию вам не поднять, не подмять под себя. Мне 82 года. Если потребуется, я первый пойду защищать Родину. Я кое-что еще могу. Я танкист. И на любом танке я могу, в общем, соответствовать своему назначению. Вот такие дела. Первые кооперативы в России были туалеты. Это были платные туалеты. То есть вот тут уже это был первый звонок, что что-то не так. То есть когда разрешили фактически частную инициативу, большинство людей почему-то стали перед туалетами ставить табличку там, вход там 30 копеек, я уже не помню, 15 копеек, были цены другие. Вот, и уже стало непонятно, то есть А где изменения-то? Как бы вроде хуже, наоборот. Вроде были бесплатные туалеты, стали платные вдруг неожиданно. Кто-то, значит, на этом наживается. Но, как бы, ну, зато они будут хорошие, эти туалеты. И были хорошие туалеты. То есть, да, были моменты, когда там стали появляться... То, что не было в общественных туалетах. Там, ну, не знаю, там, мыло, например. Этого не было, они воровали всегда. А тут оно стало появляться, но это быстро исчезло. То есть, очень быстро платные туалеты превратились в точно такие же, как были бесплатные. Только за деньги.